Уже 42 года двери клуба интернациональной дружбы принимают в своих рядах юных и энергичных ребят, настроенных творить и созидать. Сегодня воспитанники КИДа под руководством методиста Дома детского творчества Ольги Мусанабиевой отмечают свой день рождения с приглашенными гостями. Вот новое поколение отмечает 42 года. Будет у нас очень интересно, потому что название нашего праздника – «Волшебство КИДа». Волшебство, оно везде бывает. И поэтому наше выступление будет похоже на юмористическую шоу-программу по поводу битвы экстрасенсов. Кидовята подготовили для зрителя юмористическую концертную программу, посвященную экстрасенсорике. Они окунули гостей в мир волшебства и магии, изъявили желание поздравить ребят директор школы номер 11 Мурат Идрисов, заместитель начальника управления культуры Наби Изалов и начальник управления образования города Каспийск Лариса Абрамова. Коля наша Ольга Алексеевна воплощает в себе кидовскую историю, я надеюсь, еще будут долгие-долгие годы, быть лицом КИДа в городе, от управления образования, позвольте вам выразить благодарность и учить. Спасибо. Вскоре воспитанники клуба вручили всем индивидуальные свитки предсказаний на 2023 год, соответствующие их знаку зодиак. Завершилось мероприятие общим фото и чаепитием. Асият Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».